Китай намерен увеличить квоту на бесплатное обучение в своих вузах для казахстанцев. В ближайшие 5 лет таких грантов будет на 200 больше. Об этом сообщил замглавы Министерства образования Поднебесной Тянь Сюэньцзюнь на встрече с молодежью. По его словам, из 14 тысяч наших студентов в Китае больше 1000 сейчас обучаются бесплатно. Помимо этого, 120 учащихся и 14 педагогов из 20 школ Казахстана прибыли в страну для участия в 11-дневном летнем лагере. Делегация посетит 3 китайских города, где ознакомится с культурой, достопримечательностями и учебными заведениями. Отмечу, лагерь был создан 3 года назад в рамках специальной программы ШОС. За это время его посетили школьники из Таджикистана, России и Кыргызстана. Родители оплатили только за дорогу, все остальное бесплатно. Проживание, питание, проезд по городу. Школьникам предоставилась прекрасная возможность познакомиться с китайской молодежью, увидеть местные достопримечательности и узнать культуру. Молодежь – это мост дружбы между нашими странами. Народы наших стран пишут новые страницы летописи нашей дружбы. За 25 лет со дня установления дипломатических отношений сотрудничество Китая с Казахстаном развивалось динамично и переросло во всестороннее стратегическое партнерство. В Китае говорят, что если ты в молодости побывал в одном месте, то оно на долгие годы останется в твоей памяти. Если завязалась дружба в молодые годы, то она продлится на всю жизнь.